Каждый из нас по-своему влияет на окружающий мир. Иногда нам кажется, что все наши усилия — всего лишь капля в море. Но из чего состоит море, если не из множества капель? Все мы художники одной великолепной картины мира. И делая свое дело, мы дорисовываем его очертания, сами того не подозревая, день за днем, штрих за штрихом. Увлекшись процессом, сосредоточившись на деталях, очень легко порой забыть о всей картине в целом. Поэтому так важно держать конечный результат в своих мыслях. И тогда все встанет на свои места. Говорят, счастье — это когда ты получаешь удовлетворение от проделанной работы, зная, что все было не зря. Это чувство цепляет, и ты уже не сможешь забыть его. Оно навсегда останется в твоей памяти. Лишь немногим в нашем мире дан шанс изменить его к лучшему. И то, как ты воспользуешься своей возможностью, зависит только от тебя. Нижнекамск Нефтехим. Твой шанс улучшить мир.